люди, которые туда зашли, тоже штраф. И предприятие, юридическое лицо, которое, значит, не обеспечивает выполнение 159-го постановления главы администрации Витебской области, может быть привлечено к ответственности до 3000 рублей. Вот в чем проблема, понимаете? И масочный режим в предприятиях торговли, как он действовал с 22 апреля, так он продолжает действовать. Его никто не отменял. И это ваша обязанность в первую очередь – создать условия для того, чтобы масочный режим соблюдался в предприятиях торговли. Вот. Поэтому здесь вот эти замечания нужно пересмотреть, учесть и сделать такое устройство, либо такое оформление, чтобы люди не могли пройти без нас. Все замечания, которые, значит, касаются граждан, о том, что там это нарушение прав потребителей, в данный момент я могу пояснить. Никаких нарушений прав потребителей, связанных с тем, что людей не допускают предприятия торговли без использования маски, здесь не имеется. Почему? Потому что, во-первых, есть соответствующий закон о защите прав потребителей, что какие права и какие обязанности у предприятия торговли. И второй момент – это как раз разъяснение Роспотребнадзора по данному поводу, о том, что в данном случае никаких нарушений в этой части закона не имеется. То есть эта обязанность, она должна выполняться.